Ну не стоит она, вот хоть как ее ты ставь вот. Легонечко попробуй. Так. Стой, пожалуйста, стой. Уходим, уходим. Это какая-то безнадега. В общем, пока вас не было, я вот пытаюсь вот эту коробку как-то вот поставить. Вот новый челлендж. Поставь коробку. Тетратал. Как ее поставить вообще? Уже на самом первом этапе я думаю, что мы проиграем все тут. Это никак. Keep balance. Нет, никак не держит. Я знаю. Вот так. Вот. А так нечестно. Название вот. Можешь придавить ее. Не судьба. Давайте лучше ее откроем. Давайте. Друзья мои, у нас сегодня будет Тетрис. Кто с вами? Кто играл в Тетрис вообще? Кто-то играл в Тетрис? Мне кажется, все играли в Тетрис. Я любила эту игру. Тетрис, друзья, пишите в комментариях, кто знает такую игру, как Тетрис. И мы сегодня будем играть в реальный Тетрис на канале Family Box. Для тех, кто не знает, что такое Тетрис, Милана вас спрашивает. Папа, что такое Тетрис? Я знаю, что такое Тетрис. Ну, Тетрис это есть такая игра, когда кубики падают, и ты должен их собирать, чтобы они не упали. Знаешь? Окей. Я играю в такую игру. Давайте. Ну, мы сегодня будем играть в реальный Тетрис на канале Family Box, поэтому давайте же посмотрим, что тут у нас есть. У нас Тетра Пауэр. Тетра Пауэр? Это что за... Простите, Тетра Тауэр. Тетра Тауэр? Да. Башня Трампа? Да. Башня Тетрис. Вот эту штуковину мы ставим вот сюда. Это почти как Дженга Бум. И суть в том, что мы должны ставить вот сюда по очереди квадратики. И надо, чтобы они не упали. Вот так, вот смотри. Вот, вот так, например. Е-е-е. Понимаешь, в чем суть? Вот смотрите, значит, мы ставим по очереди. А на том игроке, на котором башня падает, у нас заканчивается игра. Игрок вылетает. Игрок вылетает, и следующие два уже борются за... А как понять, какие нужно кубики ставить кому? А к любой. А, вот так вот, да? Да, из того, что есть. Просто... Я так понимаю, сначала все будут простые брать. Это тяжело, слушайте. Боже ты мой. Игра сделана в Гонконге. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. И? А мои-то ножницы, она затупилась, и в итоге я-то начинаю. Папа первый, Милана вторая, мама третья. Погнали! Друзья мои, какой же цвет мне выбрать? У меня тут разные есть и синие, желтые, зелененькие кубики, но я не знаю, что мне выбрать. Так, вот эта штука, она болтается. Меня смущает, когда она болтается. Стой ровно. Так. Это динозаврик. Нет, ты его не шатай, не усложняй папе. Так, давайте начинаем. Возьму вот этот, вот смотрите, вот такой кубик беру. Ставлю. А, вот поставлю вот пока на середину. Так, мамочки, она наклонена. Милана, показывай, какой кубик берешь. Милана какой-то странный он вообще. Зелененький. Милана сразу задачу, по-моему, усложняет. Тем, что она берет какие-то странные кубики. Так, а я возьму вот такой вот кубик. На букву Г. Да, буквой Г я тоже хотела сказать. Оп. Мамочки. Так, теперь папа. Теперь я. А я возьму... Давайте вот такой квадратик, смотрите, просто. Здрасте. А, так. Блин, как бы его вот сюда вот так. Вот, смотрите, как он идеально входит. Вот так. Опа. Из мультика входит. Милана, ты ее не шатай, пожалуйста. Ты, я что-то так боюсь, что ты ее рукой можешь задеть. Аккуратно, кажется, Милана сейчас вылетит. Потихонечку. Ты резко не делай. Показывай, какой берешь. Милашка взяла букву Т. Вот. Опа! И Милана проиграла. Теперь будем мы с папой. На самом деле все было ожидаемо. Я так и думала, что так Милана она даже, вылетит. Она даже случайно задела ее, получается. Потому что Милана слишком как-то быстро руками шевелит. Она слишком резко руками шевелит. Ладно, давай. Все, Милана, не бери наши кубики. Угу. Милана свою башню строит. Окей, и теперь так. Мы с мамой. Кто же у нас победитель будет? Ну давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, ай! Ой, это что-то новенькое было. Ну ладно. Камень, ножницы, бумага, раз, два, пять!
Раз, два, по носу. Эть! Да что такое? Давай уже камень, ножницы, бумага. Ну ладно, все, шутки папины закончились, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Нет, все, без эти. Все, все, забули. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я, получается, затупился. Да, ты затупился? У мамы камень, я проиграл. У мамы первая начинает. Да, я первая. Ты какую берешь? Я беру вот такую букву Т. Т. Голубенькую. А я возьму вот такой зелененький квадратик. Поставлю его, пожалуй, наверное, вот сюда, давай. Так. Вообще, возможно, как вы думаете, построить настоящую башню всех из этих кубиков? Вообще, кто-то играл в эту игру, кроме нас? Такое ощущение, что мы первые в ней играем. Это буква Г. Так. Ну что? Она качается. Она идеально. Так, я попробую, наверное, возьму вот эту вот. Непонятно. Куда ты ее попробуешь ставить? А давай вот сюда, в серединку. Надо ставить еще аккуратно, нежненько, так легонечко. Как пылинку сдувает. Нет, шатать так не надо. Я попробую поставить сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это риски, вот это риски. Мамочки. Стоит, блин. Стоит! Стоит! Не дышим, не дышим. На нее надо не дышать, иначе она упадет. Блин, ну я... Тебе бы вот с той стороны противовес сделать. Да, так я пытаюсь. Блин, по-моему, сильный противовес. Я за тебя болею. Есть, друзья. Баланс найден. Баланс так. Найден, реально. Это сейчас. Очень тяжело и очень экстремальненько, я бы так сказал тут. Блин, мама, что ты делаешь? Ой, ты так резко опускаешь? Да потому что так получилось, просто она выпала мне из рук. Я давайте попытаюсь, какую взять, друзья? Как вы думаете? Возьмем букву Т. Блин, как же она шат... Ну, я вот сюда хочу попробовать поставить, только, наверное, знаешь... Так, нет, блин, вот так. Да. Опа! Блин, у нас уже такая башня высокая. Стоим, просто. стоим. Так. Что, за маму болеешь? У нас остались только вот такие вот непонятные фигуры практически. Ну, я не считаю вот эти вот длинные, их неудобно ставить. Поэтому буду ставить такую. Друзья, вы пишите, кто же победит из нас, мама или папа? Мама. Ну, все возможно, блин. Ну, как-то мама сейчас рискует. Господи, что ж ты делаешь, женщина? Я поставила. Как ты это сделала, да? Так, вот такую давайте я поставлю. Загогулину. Опа, 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 опа. Стоит. Вообще уже. Ой, Милана, убери свои ручки. Иначе она упадет. Так, я хочу попробовать букву Г поставить. Сейчас есть огромный риск, что башня свалится. Куда ты ее собираешься ставить? Может быть, по центру надо было? Блин, потихонечку придерживай ее, потихонечку придерживай. Держи, держи. Мамочки, ой, ну что ж ты делаешь? Одна упала. Ну ладно, это считается. Считается, в смысле, не считается? Или это не считается? Не считается, что башня уронилась? Друзья, как вы думаете, это считается или нет? У мамы один упал. Блин, ну я сюда нажму, противорез будет туда, мне кажется. Ну тогда ты проиграешь, а я выиграю. Так ты специально это уронила? Ничего. Друзья, так же нечестно. Ну-ка пишите, кто за папу болеет. А может, я вот сюда поставлю? Попробуем. Как ты там сказал? Ладно, не считается. Ну, у тебя одна упала, и у меня одна упала. Все по-честному. Тили-тили, траливали. Тили-тили, тесто, виник, невеста. Ага. Так. Прекрати шалтай-болтай устраивать. Не, это нереально. Она у тебя сейчас упадет. Че, серьезно? Мне кажется, вообще это нереально. Ты в меня не веришь? В тебя верю, в башню не очень. Ладно. А надо обалдеть. Верить и в башню, и в меня. Поехали! Дальше. Посмотрим. Кого? Не знаю. Поехали, посмотрим, как мама сейчас проиграет. Та-да-да-да-да!
Ну, блин, а? Что же делать-то, а? Друзья, ставлю вот такую штуку. Сейчас может все случиться. Полетели. Да. Полетели, да? Да. Ну, тогда я ее вытаскиваю. Милана, Милана. Я просто хотела лучше графику. Полетели. Ну, мне еще Милана в конце помешала тоже, конечно. Нет, ну на самом деле, ты если бы отпустил без Миланы, она бы упала. Ну, мы согласен. Все это видели там уже. Просто невозможно было поставить. Мы практически все уже кубики поставили. Я согласен, да. Такое было бы. Просто я хотел еще попытаться что-то другое сделать. Может, как-то выкрутился. Может быть, как-нибудь бы вытолкнул другой кубик бы. Ну ладно, проиграл так проиграл. Что поделать? Лошадка? Иго-го! Лошадка поскакала. Ну что, друзья, вы сегодня были на канале Family Box, а мы сегодня весело с семьей провели время и построили вот такую башенку, какую-то качающуюся. Ну а вы обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Всем удачи, всем пока-пока!